Буду честен, опиаты дают рецидив в 97 случаях из 100. Ты чистилась уже 15 раз. Ты знаешь, что такое опиоидный антагонист? Нет. Этот ежемесячный укол делает наркотическое опьянение невозможным. Это не опасно? Шутить пытаешься? С каких пор твое тело стало храмом? Нужно не употреблять хотя бы неделю. Еще 4 дня? Серьезно? Я устал от нее. Когда она появляется, я боюсь за тебя. Кто это? Если бы я не была торчком, тоже спросила бы? Возможно и нет. Каждый раз, решая снова с ней связаться, я всегда делала это с широко раскрытыми глазами. So you feel like you've run out of hope. Умираю, больше не могу. Нет, ты справишься. Мам, ну и как она? Сидит в гараже, курит, дергается, а я слежу за ней, кружу орлом, пытаясь сделать это незаметно. Один день почти что прошел. Осталось еще 3. Я ужасно сожалею, что меня не было рядом. Ты нас бросила. Ты считаешь меня виноватой в твоей зависимости? Боже мой. Ты только и делаешь, что без остановки врешь. Прости меня, пожалуйста! За то, что моя зависимость причиняет тебе такое количество неудобств! Временами у меня такое чувство, что я больше не хочу ее любить. Знаете, сколько раз я говорила, что не позволю себе украсть, чтобы уколоться? Я хочу одного, чтобы однажды ей стало легче. Что не позволю себе лишиться опеки над детьми, чтобы уколоться. Мама моя, сделай что-нибудь! Отведите ее к врачу! Прости, ради бога, мам! Если кому и хватит сил, чтобы освободиться от этой дряни, то тебе. Я действительно в это верю. Я тобой горжусь.